Код. Ай. У тебя ж включен тайминговый удар, но ты же не бьешь почти зеленку. Ну, я бью, я просто в нее не попадаю, попадаю в серую в основном. Не понял. Ты тренировал? Да. Я поэтому говорю, что я в красную редко попадаю, потому что я чаще попадаю в серую. Ну, я когда тренил, там как раз было сложно вот попасть не в серую. Тебе кажется, что ты вроде... Их 4 человека с Любой. А, блядь. Давайте... Да-да, давайте выйдем. Ладно, последняя атака, забивайте. Выйдем. Все, хорошо. Все, давайте выходим. По идее же тайминговый удар — это когда ты второй раз нажимаешь момент удара, да, касание мяча. Но тут так не работает, надо чуть раньше нажимать. Ну, в смысле? Ну вот, допустим, типа, как он называется-то? Ну вот если смотреть на глаз, когда ты начинаешь, ну, когда твоя нога касается мяча, то так не работает, да, ты не попадаешь в зеленку в этот момент. Надо чуть раньше нажимать второй раз. А, если ты хочешь в косашку ударить туда? Это же типа, там же знаешь, как идет игру, я прочитал, ну, чего, типа, ну, короче, после того, как я начал вообще, в принципе, бить в эту зеленку, типа, ну, и вообще, в принципе, убить в тайм-финишинг, я почитал, посмотрел кого-то блогера, который вообще сказал, что, типа, похуй вообще, попадаешь ты, типа, главное в красную не попасть, типа, а так похуй, ты попадаешь в желтую, типа, в зеленую или вообще в серую, то удар все равно лучше идет, потому что, типа, ну, он считается подготовленный удар, типа, того. Ну, то есть, типа, если он двойным нажатием бьешь, то все равно он лучше якобы идет. Понятно. По идее, а по разбросу, там же разброс, типа, о, добро. Там же разброс меняется, да? С каждой позиции разброс разный. С каждой позиции? Это что значит? Было по-другому совсем тайминг, чтобы подобрать удар. А, сейчас. Городу самое удобнее. Понятно. Это просто от удара зависит, нет? Типа, с этой ударов? Да, от перков удара. Че, их тоже надо уничтожить, парни. Только не 2-0, а побольше. Че, поехали. Так, они убрали высокого, да, я так понимаю? Да, да, да. О, хорош. Прессинг? Ладно, все, садимся. У нас с третьей встречают. Хорошо. Сейчас спокойно, не торопитесь. Не торопитесь, пойдет. Хорошо, хорошо. Кот, не торопись, не надо. Да, он там выбегал. Да нет, уже видно было, что они бегут оба. Вот если бы один стоял, защитник, а он бежал, тогда окей, а так это не то. Опорнику, дай лучше, пусть он думает. Можно со мной, но вот мне всегда можно пихать, если что. Просто пока плохо, ничего понимаю, кто из нас. Ну, фиолетовый это я. Фиолетовый и розовый. Еще раз. Можно со мной. Это, видимо, кота потянуло сейчас. Видимо, на фрака было. Ну, было на фрака, потянул себя, поэтому не пошел на фрак. Хорош. Почти получилось. Ну, Дивер, гигант плей. Еще. Хорошо. Ой, хорош.
Блять, а чё так долго? Блять, ну я думал между ними. Не по этой дуге. Так все поднялись, да? Чуть-чуть прессуем их. Здорово. Да, поднимись, свалимся. Ой, ошибся. Хорош. Хорошо. Вы, скорее всего, на границе штрафа навешали, опять. Здорово, аккуратно. Не, дивер большой, блин. Хорошо. Правильно, хорошо. Ты хочешь вон тебе в голову попал? Ну, иначе не получилось, скорее всего. Не обязательно, вот сейчас можно было просто опять же напорника, пусть он уже сам ищет. Что там было очень много народу, что произошло бы сейчас, непонятно. Хорош. Блин. Блин, нет. Джин все время, он один вроде там во строе, а не там. Там обрез был, но все равно. Ну, мне уже можно было сейчас не давать, там я прям вообще окружен был. С ближним. Скинешь? Как долго поздал? Жадина. Мог меня вывести. Ладно, давай сюда на счет 3. Или на ближнюю. Давай я на ближнюю. Я анализ буду учить. Потому что у меня мысли. Да, на счет 3. Раз, два, три. Сука. Пойдет. Заброс. Хорошо. Блять, что за... Сорян.
Я после этого матча подумал, что очень рано вставать. Это супер против будет. Че говоришь? Я говорю, после этого матча, скорее всего, иду, мне просто очень рано вставать завтра. Окей, хорошо. Сорян, если я год подзаблю, то еще. Никак. Он спаривает, я красный. А мне давно. Хорошо, можно. Можно. Кот низко очень пришел там. Я тебе в ножке открыл, там никого не было. Не-не, там был Ганза, как минимум. КП. Я ему и давал, в общем-то. Смотрю, ты крутишься, у тебя нет адресата. Сори, это я отошел сейчас, надо было подойти поближе. Центр. Хорошо, хорошо. Можно? Можно, можно. Зачем выходишь-то, Трикстер? Он меня тянет автоматически. Очень близко стоит. Ладно, я понял. Очень-очень плотно они в центре играют. Видимо, знают про то, что мы хотим больше через центр, а там скапливаются. Так, ну ничего, мы в целом лучше играем. У нас пободрее игра. Надо забить два, и все, нормально. То есть ближним не надо. Ну, если бы подбежал, бы нормально. Ну, я побежал, но... Давайте попробуем их попрессинговать чуток. Да, просто поагрессивнее. О, ёб твою мать! Тоже бил двойным? Ну да, да, да. Просто, блядь, всё равно. Вот как раз знаешь, на что было похоже? Ты в красную попал? Нет. Просто в красную попал. На серую попал. Можно спокойно назад. Ещё. Там просто ноги спалились. Какой-то вверх вылетел. Надо его принять спокойно. Хорошо. Я уйду. О. Блин. Давай пресс. Нет. Не, я ты зашли к нам так хорошо, не вырежу. Да сможешь, я уверен. Хорош. Давай. Распел. Да не пьет. Да там почему-то в мут увернулся, я не понял, что это было. Ну ты не ему дал, потому что. Пережал что-то, как все пошло на фраг. Там он сайт? Да, блин. Хорош. Ножки. Ладно. Теперь не ножки.
200 минут. Ой, это котом, сори. Чем? Хорош. Еще. Давай душим, душим, душим. Нальте. Хорош. Я с ними в целом надо просто агрессивнее играть. Контр свободный у них. Хорошо. Нет. Нет, мне давал, да? Да, да. Я уж не стал туда ворваться, там было 5 человек. Не, я просто в ноги тебе давал. Mm. Там кроме Блэста некому играть полнокровно. Чего? Там Мэтт Мэг же или кто там? Ну, а че, не, Мэтт Мэг не такой техничный. А мне все говорят, что он гений. Более тупый. Че, ближняя кто? Видимо, Трикстер. Ближний я, да. Ой, сорян, не вижу. Ну, Кричи и Домельяна будут 100% привозить, их можно поставить. Да? Ну, блин. Да. Ну, ладно. Так. Как раз успею. Давай, давай, давай. Не, штрафную. Давайте попрессингуем, попрессингуем, попрессингуй себя. А, да, это тоже может вывести. Еще? Давай, уничтожь его, хорош. Ну чё, мы в целом получше играли, они какие-то херни, две херни забили и все. А просто с самого начала надо их прессинг, да? У нас моменты были вообще 100%. Ну, у нас один был. Ты бил там еще, помнишь? Так вот, я про это и говорю. Фраг еще, тоже не повезло ему. Не, не ударил игрок. Еще, может, что-то было, не помню. Давайте посмотрим, давайте сейчас спокойной ночи. А, все, то все, да? Ну, давай, пока. Да, давай. Сейчас Лену напишу, может, там будет. Мановар здесь, тоже вышел. Блять, он ни разу на сбор не пришел, когда его звал, а в Селян каждый день ходит.
Кто придет? Зибу? А я никуда не пойду. Привет. Запускай, я думаю, он придет. В течение минуты. Я практически уверен. Дивер, ты пришел? Блять. Я надеюсь, это не три человека. Не факт. 3,5. Нет, их... Их 3,5 как раз. Еще 2,5. Для того, чтобы за Люпу играет. Все, забивается и уходим. Ладно, все, выходим. Видимо, настройка слетела опять.
Так, кстати, я хотел сказать насчет International. Раз большинство за, я думаю, мы участвуем. Надо всем, у кого нету аккаунта на сайте ProLeague, его сделать и вступить в команду Руссо-туриста. Сейчас я скину ссылку. Про ProLeague все знают? Ганза, ты знаешь? И Sound? Да. У вас есть аккаунты там? Я вот попробовал завести. Он что-то просит какие-то два скрина для профиля сделать. Да-да-да, там есть гайд. Ты знаешь английский? Да. Ну там на английском есть гайд, как зарегать аккаунт. Надо подтверждение, что это настоящий человек, типа, насколько я помню... Там Иновар делал уже пошаговую инструкцию, надо найти. Мы для Лиги Чемпионов делали. Да, я так понимаю, это просто регистрация на ProLeague. Нашло. Ладно, ты об этом. Origin, наоборот, можно поменять? Вот имя, кстати. Угу. Если только через админов хреново. Ладно, потом разберемся. Ну, у меня, кстати, по-моему, тоже. У меня не Trickster, а Trickster Red. Даже Trickster занят. В общем, все, кто не подавал заявку, еще там Моторев, Давова и Вирт тоже подайте.
будем подавать заявку после этого International. Кто там еще остался? Будь коннект. У меня 40, ничего себе. Да. 50. Не, нормально, похуй. Хорош. Блядь, есть? Да. На, ю. Ух ты. Блять, секунду. Было красиво. Блять, вот как он сейчас меня отобрал. Хорошо? Можно со мной? Или да, или центр, хорошо. Не, я сразу пошел. Три оффлейта пойду. Так, еще. Да. Девушка 40-го убери. Не встретить. Хорошо. Вот мапа снизу. Можно. Ой, двойным. У нас это дырка. Он не пойму, поднял. Все проходит. Фиксер. Блять, странные ребята, нахуй он пас отдавал. Ну, вот и командная работа у них, не жадная. Блять, будь он нахуй. Давай. Бля, вверх. О, когда ты уже зеленку ударишь, кот? Где я ударю? Зеленку. Я ударю. Не ладно. Да не, при 40 нигде я не ударю. Блять, они вот так и неплохие, но у них такие же дыры в обороне. Еще. Можно попросить. Хорош. Бот. Я понял.
Ой. Я думал, ты что-то сейчас жесткое придумаешь в итоге. Да, блядь, забыл сильную кнопку выжать. Я на моторе его давал. Не мод, мота. Хорош. Блядь. Вот хули он пришел сюда? Зачем? Скинь. Можно, спокойно. Пройдет. Блять, ну что ж свёк не... Так, еще. Извините, я выдал. Хорош. Нормально. Хорош. Можно, касание. Что творит этот? Давай. Ну, мог какие-то пустые там. Сюда, да, сюда. Еще три. Раз, два, три. Да. Зиву, что с ударом, Зиву? Это максимально выжил. Надо было легонечко, наоборот. Не, видишь, прыжки я как бы хотел, знаешь, так. Так сильно вот. Хотел ударить, что промахнулся. Я на тебя махушку ударился. Надо там было уже выходить опасную атаку. Очень плохо все сделали. Глупость. Давай, пресс. Он бежит на заброс. Хорош. Спокойно. Ой. Ой, сорян. Сори, парни, мой гол. Блять, что? Так, что началось? Паника у нас, нервы не удерживают. Только один дивер хорош. И зима. Бля. Низом. Мамы. Здорово, очень хорошо. Еще. Mm.
Бля, забываешь только на говно. Ну все, кот, давай. Побрём. Блять, что это такое? Я нажал еле-еле. Он идет. Так. Еще. Вот. Бля. Хорош. Еще? Сможешь? Мах. Блять, вот я все кнопки нажал. Хорошо. Меня оттянуло. Это где? Ага. Он просит, чувствую. Хорош. Кот! Что, я бегу 72 минута, бля. Второе дыхание на 75-й? Угу. Че, серьезно? Да. Понятно. Я нам на пасы стоят. Значит, пасы форвард это все будет. Блять. Хорошо. Можно со мной спокойно. Куда ты? Блять! Так его принял, блять, ебище тупое, сука. Чему, блять, его так принимай? Как он, блять, можно? Оля. Достал. Хорошо было. Владение 96. Как можно так мяч принимать, я не понимаю. На 99, наверное. Подожди. Ладно. Бот еще там, блядь, подсирает. Угнали, гостите. О. Хорош, в руки ему прям. Че ж надо было под перекладину? Давай на ближнюю, на счет три. Ясно. Раз, два, три. Оп. Лех. Так, давай так же. Он, что он делает? Только раз с разбега. Да, я просто вдруг... Можем жестко разыграть. Давай, раз, нет. Два, три. Да, бегут. Хорошо. Просто. Хорош, гений. Бля, что происходит? Бля, хорош. Да все, выбивает время.
почти победили. Сколько у нас ожидаемых голов? Я думаю, 2. Не знаю, можно забыл сбать, им очень много. У них защита вообще дырявая. У нас там 4 офсайда, блядь. 1-1. Мы так ни разу не убежали, нормально. Че, 1-1? Ожидаемые голы? Как они на нас забили тогда? Потому что мы ни разу не убежали, блядь. Не, это у нас 1-1. А, у нас 1-1, у них 3, пиздец. Но там такие дыры у них. И 1-1. Давайте следующий. Из этих дыр 4 офсайда, блядь, и несколько раз хуёвых при принятий. Ты в офсайде был? Мы в самом начале матча 4 офсайда подряд сделали, блядь. Чё ты говоришь мы? Ты, наверное. В смысле? Нет, почему? У Мутрио тоже было. А у меня 2, и у Мутрио 2. Ну ладно. Всего 3. Не, последний. Да? Окей. Так, саунд, когда вот идет, например, игра на нашем фланге, ты можешь занимать позицию цапа, типа, или больше видишь свободную зону вот в этой позиции, ближе к нашему флангу. Тебе не обязательно стоять на своей этой позиции, на ПЦП. Ты можешь ее занять и там ждать паса и уже разыгрывать оттуда. Ой, куда все пропали? Мы ушли. Верт. Нашли. О, реванш. Может, поиграли опять первый? Yeah. Давайте только сейчас агрессивнее их прессовать. Я не уверен. Ну надо. Просто в сезон с ними встретились? Нет. Официалка. Ты если бы в официалке с нами играешь. Чё? Ты с нами в официалке играешь. Чё за официалки? Так а чё ты спрашивал? Какие сезоны? Конечно, сезон. Ну, не знаю, может, просто на товарке договорились. А, нет, это просто... Просто разговаривали что-то. Второй раз из-за сегодня. Давайте подушим пока команду. Кто кого душит? Мы их. Не нас. Так, мне кого душит? Флангового или центрального? Своего игрока. Любого. Мой игрок. Где ты? Блядь. Зачем ты так сделал, кот? Ебоу. Блядь, это был прострел, я не знаю. Ты какой-то, как Мономарт правильно сказал, ты проблемный какой-то. Не получается у тебя. Я сделал, блядь, прострел. Как он его поднял, я вдруг не знаю. Под любимку вообще. Да ты обманываешь, ты нажал двойной пас, и сейчас обманываешь нас. Двойной пас, это был РБ плюс прострел. Плюс навес. Так РБ навес это не прострел, это типа низкий резкий навес. Ну типа да. Так там же вроде как... Блять. Да, блять. Там же вроде как простой проходил. Знаете, заброс. Зибо. Будет дать забросить. Ошибается. Между можно.
Можно отыграться на зебу, если что. Ладно, пойдет. Ой, блядь, чуть не ошибся. Хорошо спил. Блин, нас тогда же ноча. Так надо, может перекинуть их? Давайте потом. Они так плотно кольцом обступают. Не-не-не, вот сам, ты хочешь постоянно обострить. Только вот 100% на ситуациях надо делать. Не постоянно, граф. Ну часто очень. Так, мы жестко поджимаем, погнали. Чувствую поджим. Ага. Так. Понятненько. Ищет, ждет. Да, бля, не пыль. No. Ага, чувствовал. Ничего себе. Скрипты. Хорош. Какие скрипты? Это скилл. Ну ладно. Саунд, ты можешь обострять хоть каждый раз, если это проходит, но ты ведь неправильно оценишь ситуацию, они не проходят. Там даже вот всегда зачастую понятно, да, что ты, например, забрасываешь, и там не хватает буквально немножко игроку, и защитник сразу успевает, да, там, потому что у него ноги длиннее, или он, пока мяч скачет, он успевает. Но у тебя даже до этого момента не доходит. То есть там еще далеко. Ага. Вот до какого-то опасной ситуации. Пожалуйста. А? Потом. Погибите. Хорош. Возвезем. Убивает у меня хуй знает куда, но... Дир, 14 твой. Мы как в сборке будем стоять в центре здесь мелкие. Да, да, все так же делаем. Ага. Нет, вот можно ворота встать, как мы и свернем, потом выбежать. Убегаем. Хорош. С ближним, подожди. Он нападет. Нужно. Жесткие прессионы, конечно. Угу, агрессивные ребята. Вот надо было сейчас мутари давать. Готов к бою. Если что. Бля. Ты не готов. А. Нет. Бля, надо держать этих. Леонардо будет искать. Так, а что ты в центре бежишь, я не понял. Ой, хорош. Зиба. Дальше будет держать. Вот опасность. Триксер хорош. Это не Триксер был, это я был хорош. Я только испугался. Ладно. Возьмите его, что за ближний, почему один? С ближним не надо. Пресс. Вот опорник есть. Левуха, что ли? Пойдет. Поэтому не хочу центр давать, это прям очень... Да все нормально. Ой-ой-ой. Я зря сделал. Нормально. Один из четырех кривой пошел. Нет, ну все равно, типа, от вратаря это очень опасно. Ну, нет, ты вообще не участвуешь. Что ты дал защитнику, если ты не участвуешь. Вот. Он выдохся, я его возьму. Хорош. Погнали. Бля, зря, конечно, ладно. Задачку, думаю, пойдет. Нет, кот. Ну, шанс, что там пройдет, он настолько низкий. Тебе надо просто самому бежать и, ну, просто развивать ее. Да, вы много надеетесь на удачу, тут надо более надежно. Коробочку. Тем более, что ситуация позволяла просто двигать мяч дальше.
Кто меня так высоко поставил? Перекиньте, у нас есть, мне кажется, иногда. Ой, сори. Возможность эту стену прессинга перекинуть просто. Надо забрать. Отлично, отлично. Можно, можно. А, нет, а как мы... Тут это сложнее уже, потому что у нас нет высоких игроков. Нет, пресс. Хорош. Сожрал. Ну, чуть-чуть бы, блядь, подождал бы. Он кот уберет. Думаешь, что убежал бы? Да я бы поменял траекторию просто. И убежал бы. Возможно, да. Че, бы ты вниз побежал? Ты мне... Я бы да побежал по прямой, потому что я бежал, получается, сейчас вверх, и он за мной бежал вверх. Тогда я резко поменял траекторию, побежал бы вперед, он пошел бы. Не знаю, это же кто был? Если это... Я не знаю. Это был фраг гений. Там, по крайней мере, шанс был гораздо выше, чем вот так. Никто не заметил даже. Да мы тут обсуждаем. Ты мне сказал то же самое, что можно было придержать. Тоже можно было придержать. Так я же не на обострение тебе дал, чтобы ты, типа, разыграл дальше. О, мы выиграем. Ну, типа, если бы это был Blessed, мне кажется, он бы не дал тебе бежать. Все равно. Нет, это был не Blessed. Верт, мы начали. Ой-ой, не бегут. Опасность. Да ладно, ты бежишь, ты все. Выиграл, нет. Так, я прошу прощения, а когда мы забили? В начале. А кто забил? Фраг гений же забил. А, фраг гений забил. Блять, ну на большого. А он сейчас, он, видите, выбивает. Это не гениально, если что. Не, ну я могу вам там доль защиты посоваться, но я боюсь, что меня вас накроют. Да, не надо верить команде. Нет, на самом ножки, деле... Ножки! Надо нагружать сейчас больше, чтобы все посовались, чтобы... Ну, не, ну окей, будем посоваться. Трикстер тоже давайте тогда иногда. Да-да-да. Правильно? Иначе так и будем стыковать и, блядь... Через 20 блин, матчей это будет. Пиздил. Правильно, и выноси его с поля. О, ну что мы не выходим-то, ребята? Пиздец. Потому что выходить надо синхронно. Ну так это ж при штрафном мы сразу же выходим всегда. Ну, не все готовы, видимо, выходить сразу же. Ладно, я должен был сказать, я сказать, я не подумал об этом еще. Ты бы не успел, они разыграли сразу. А вроде никто даже не поднялся. Ровный ебан. Это надо на инстинкте делать просто все. Там при штрафных надо... Блядь, ну что это? Одно, две, еще в другом. Вот если бы ты без финального развернулся, ты бы успел отдать. Так, а я и с куптерном разворачиваюсь. Понятно. Можно. Ага. Еще можно. Ну или так. Ну хорош, хорош. Не посунемся, все посунемся. Мы должны играть так, чтобы вот у них сидело и у них прям тошнило от того, что мы мяч контролируем. Зиба отличаю. Он должен быть. Еще назад, верни назад. Комар замучил уже. Ой, гений. Но он держит, что? Я там убежал как-то. Вергон получается. Хорош. Продлите. Блять! Ты просто сейчас вернулся, побежал 8 человек. Ну да, так я сначала хрен. Расчет был. Да я тогда сейчас все правильно сделал. Ну там бить просто тоже некуда, там так же выпустил. Ты мог мне отдать. Не видел. У меня-то было не 8, а 1 человек передо мной.
Хорош. Вместо меня тут бегу уже. Какой я-то там? Сами. 10 движений в секунду. Ага, хорош. Зиба, ты чё? О, понимаю. Привез. И довернул на пресса. Надо использовать 5-метровые треугольнички. Пресс был в метрах 10. Да, я что-то люблю выбивать. Не знаю, почему. Так проще, потому что... Нет, потому что, когда у тебя бежит стена, кажется, что стену нужно перекинуть просто. Ладно. Ну, они очень-очень плотно играют в центре. Вот с такими игроками надо добавлять высокого нападающего. Камар Джоба. Джоб-гуджоб. Чувствовался. Блядь. О, как так? Сорян. Офсайд должен быть. За разыграть должен. Бежит. Да, блядь. Все, ты саунду напугал, он тебе не дает вперед пасы. Извините. Да ёпт. Убиваю. Нет, он испугался. Вот она. Блядь. Есть скорость. Быстро очень, человек. Покажи класс. Давай, Кота. О, и шанс. На-те. Давайте попрессингуем. Поднимайтесь. Давай. Ага. Блядь, что там, кто наехал на меня? Поезд какой-то. Я не знаю, может, большого? Давай. Давай, Дир. Давай вперед скину. Но... Ты меня прям выцелил, хорошо. Можешь поменяться? Как? Ладно, забей. Не поменяешься. Ого! Хорош. Ну, бля! Тоже надо было принять, наверное. Старался максимально неожиданно сразу. Еще? И вперед. Последняя атака. Да, бля, не знаю. Был заброс. Спасибо. Что, еще сыграем одну игру? Сколько мы потеряли людей? Давай, да, так у меня немножко игрока. Что говоришь, Кот? Да нет, я говорю, в целом, говорю, этот матч был лучше, чем первый. Все равно херня. Ну, все равно херня в итоге, но там, блядь, скорее из-за индивидуальных ошибок, в том числе моих. Там, считай, один-один. Но не обязательно. Более агрессивно против них интереснее играть, чем, блядь, когда мы садились вообще. Надо играть так, но чтобы них... они испугались. У них опять моментов не было, если я правильно помню. Угловой неплохой у них. Угловой штрафной. Ну, в отличие просто от первого матча, вот, у нас там не было моментов, а здесь были. Получается, что так, у них все равно их нету. У нас? И у них?
у нас, говорю, в том матче не было моментов, в этом были, говорю, а у них что в там не было, что тут не было. Поэтому... Нет, там тоже были моменты, 3 или 2. 100%. Не 100%, но хорошо. Таких не было. Ну, потому что они нас контрят. Вот с такой командой без высокого фроя невозможно играть. Так, а кто ушел? Саунд ушел. Саунд. Дир, поднимайся тогда. Ну ладно. Это шо, Лена? На один матч? Да. Не знаю. Так бы сыграли, да и все. Ну, если он залетит прямо сейчас. Ну, нет, вдруг сейчас человек занят чем-то. И он думает, ну, сейчас сыграю хотя бы матч по 3. Я написал ему, что она игра будет. Ладно, поехали. Код себе отдал. Нашло что-то. Опять кто там? Красти краб. Ой-ой-ой. А у нас фильтр стоял? Настройка стоит. Это, по-моему, читеры. Да не. Что за читы у них? Если у них Спанч Боб есть, то круто. Там есть. Я не знаю, хрустящий краб. Запомнилось и явно не за то, что они хорошо играли. Да просто название запомнил. Нет. Я таких не помню. Ну их много. Ок у них играет. Ну, достаточно много. О, у них высокий быстро побежал смыть. Угу. Ой, я это взял, хорош. Курочка. Наташку, можно? Можно. Можно. Не знаю, по-моему. Там не было офсайда, там снизу чувак такой. Кот, ты не среагировал. Я, да, у бота пропил. Так, 3 в 2. Плохо, все плохо. Я отдалька. Алекс, ой, Алекс, коли. Зибу. Хорош. Так, быстро не поднимайся, потому что у нас будет медленно уходить. Хорошо. Ох ты ж, блядь! Не думал, что он стопоткнется. С ближним? О, я думал, мне. Опа, они меняют. Это было Ганза. Форвард бот. Вот, вот всегда ты почему-то здесь. Зачем? Ты не должен здесь участвовать, если можно без тебя. Ты должен искать моменты для забега, для создания момента. Бежит. Хорош. Душу. Хорошо. Блять, хази тебе.
Блин, побить! Что? Вот кот опять. Вот процентный момент, а ты просто какую-то херню сделал. Да. Ну то, что я в касании давал пас на Ганза, блядь, он не отдался, и все, и дальше пиздец. Он потом отдал. Дальше должен был скорректировать. Направление паса можно корректировать, пока он не отдался. Посмотри, какой пас стоит. По позднему или по раннему, да. Мне кажется, любой можно корректировать. Не. Не, если обычный короткий, можно замахом корректировать, блядь. Я в итоге его и откорректировал куда куда-то внутрь. Давай ближний на счет 3. Прайс, ты, наверное, не уходи, я стану сзади. Я подаю. Давай вот сюда тогда на... Блядь, тут все высокие. Давай на ближний, похер. Раз, два, три. Ладно, разыграем в следующий раз. Восов показывал, какую зону, я туда подстартовал. Не-не, там просто игрок выше, чем ты, тяжело с ним бороться. Ну как, метр 92 у меня, по-моему, или метр. Но он видно, что выше. А, не, 87, по-моему, что. А, ну это... Он тоже не низко. 87. Здорово. Это ударчик. Нил. Ничего себе. Да. Ай, не успел. Хорошо получилось. Бля. Держать, куда ж ты бежал? Ладно, я возьму. Да взял, убивал вот так вот. Хорош. Сори. Ехали. Бля, бот, вот чем прибежал сюда? С другой стороны зону открыл. Оставайся. Давайте разыграем, подходите, фраг там. Я? Бла-бла. Давай, подходи. Кот тоже помогаем, помоги. Давай вместе на одну точку. А что будем делать? Что хотите? Давай так. Хорош, разыграли. Ну там против ботов пули. Там... Я бы там защитник штрафной можно навешивать. И куда? Она сильно нажала, видимо. Если розыгрыш, надо, чтобы втроем. Зачем втроем-то? Ну, разыгрывающий, получается. И вот два человека, чтобы назад был пас, и вот так вот можно было. По-моему, не обязательно. Либо вешать сразу. Вас же встречают не боты, а простые игроки, и с ними можно подреблить. Не, почему? Я сейчас воткнулся в бота, получается. Точно? Я и в целом, даже чтобы я прошел, мне даже некогда было давать. Не было никакого. Кота! Хорош. Да ты... Привет, давай. Закидывай, короче. Последняя секунда. Ой, сейчас резко вниз посмотрел, аж голову закружилась. Вниз посмотрел, а чё там? Я не знаю, просто что-то захотелось вниз посмотреть. Лет 27 это плохо, наверное, да? Да? Блять. Ну, если сознание при этом не теряешь, то окей еще. Ну, знаешь, такое состояние было полунокаутирующее такое. Значит, покоптишь еще.
Фига там бот. Бот Федот. Давай, а чё ботику не дал, хотел ударить. Нате. Душим. Падишь. Чё, он сыграет дыра? Да. Он с ботом. Угу. Не очень сыгран. Тык, ты должен был закрыть. Хорош. Да, похоже, бот выкидывается, да? Ну, да, вы тоже учитываете этот момент. Ну, вот так вот подключился. Мне надо привыкать. Хорош. Блять, этот бот, он просто прибегает из ЦЗ, и я не могу, никак его не ожидаю. Чё ж ты не ударил по сходу? Была возможность пока. Хорош. Итка? Нет. Блин, он бот очень хорошо бегает. Блин, не получилось. Ладно. Тоже иди. Хорош. Ой. Вот. Ну, иди туда. Давайте разыграем еще раз. Сходите. Вот я вот сюда вот побегу, еще один человек. Да не надо, это не важно. Видите, это не два. Это не два бота. Вы можете с ними поиграть. Да боты вряд ли подбегают. Вот и бот подбегает, видишь, вот это. Да он на ближний. Может, не обязательно. На... Ну, в штрафной он уже прямо у ворот. Хорош. Гений. Бля. Кот? Не, не кот. Подпишись. Будь вот мяч. Это очень хорошо. Сани подбросил мяч. Да. Ну, проигрывать им точно нельзя. Хорош. Хорош. Ты сам нажал подкат? Да. Ничего себе. Да, бля. Сори. Вымученный гол. Печально, конечно, все. Еле-еле забили. Он идет. Ой, как узко. Я хотел коту дать.
Да, да. Ох ты ж, зараза. Давай разыграем. Рене. Пора прочитано. Соседи? Не, нет. Вот это пас, конечно. Не было соседи. Задушите его, заберите. На, сильнее. Чё? Ну ёб, ну просто в нож. Ты неправильно побежал. Я просто в ноги, потому что бы открылся спокойно. Почему ты нахуй? Так двойное же как раз игнорирует защитника. А просто в ноги не игнорирует. Бля, это там вы и без двойного пошли. Я именно что открылся под ноги. Ну или ты мог просто ввести игрока от желтого, в принципе, он бы один остался. Победа почти. Ладно, давайте. Всем пока. Да, всем пока. Давайте, всем пока. Всем пока.